Богатые люди могут позволить себе иногда вкладывать деньги в ненужности. И так был даже составлен рейтинг самых дорогих покупок без особого смысла. На первом месте – конфеты с бриллиантами. Они для сладкоежек и по совместительству любителей дорогих ювелирных украшений. Коробка шоколадных конфет за 1,5 миллиона долларов. Впрочем, кто заметит эти конфеты, если в комплекте коллекция украшений с желтыми и голубыми бриллиантами, изумрудами и сапфирами от Simmons Jewelers. Самая дорогая в мире пицца – это Людовик XIII за 8300 евро. Для ее приготовления используются продукты только высшего качества. Особого сорта мука, красная австралийская соль, в начинку добавляют икру тунца, лангуста и омара. Все это заливается коньяком Луи XIII. Или бутылка текилы за 225, 150 или совсем дешево за 25 тысяч долларов. А вся суть, как уже можно было догадаться, не в самой текиле, а в бутылке из золота или платины. Чайный пакетик. Англичане очень любят чай. Они любят его настолько, что увековечили 75-летие одной чайной компании созданием чайного пакетика, украшенного бриллиантами. И его стоимость 14 тысяч долларов. Губная помада за 62 тысячи долларов. Ее примечательность заключается не столько в каком-то чудодейственном воздействии на ваши губы, сколько в том, что находится она в 100-граммовом тюбике, выполненном из 18-кратного золота, а также инкрустированном алмазами весом 2 карата, рубинами и изумрудами. Помада может быть продана исключительно после личной встречи с хозяином дома Герлен и его художественным руководителем, который подберет вам цвет как нельзя лучше подходящий именно вашему образу. И, наконец, парковочное место на Манхэттене за 225 тысяч долларов. С парковками там настолько туго, что люди при возможности покупают такие места даже при отсутствии машины с целью выгодного вложения денег.